Слушай. Готов? Конечно. Мы готовимся, чё? Готовься. Сейчас Конор будет кричать. Не, я не буду кричать, это ж Конор. Это прибор фисочка. Я это сегодня с Нюсом и Евреем проходил, но не до конца. О. Бебра! Бебра! Мишка Фредерико! Я Мишка Фредо. Ну все, конец, что прикольно. Вставай! О! Я... Ёб твою мать. Чё? Так, смотрите, один из нас должен пожертвовать собой. Я. Давай. А, давай, иди. Нет, 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 ща не будет этого бебры, так что... Я знаю, куда идти. Давай, ты жертвуешь собой. Ёб твою мать, ты это не то, ладно, я пошутил, я не знаю, что делать. Нажмите на ту кнопку, вот нажмите на рычаг. Открывай, нет, ты открывай. Идем дальше. Ты что, ты боишься? О! Ты куда? Так, следуем за стиком. А, ты же светишься. Кондор, ты тебе сколько лет? Ладно. Я что, знаю, сколько мне лет? А ну сзади. Где? Даун? Никого. А, это машина, Дебик. Сзади никого. Даун. Давай, нападай. Да ёб... Ёб ты, ёшкин кот! О, господи! Это... Я просто сказал прямо, оно сзади. Как у меня послушание? Как я должен на это реагировать? Стик! Ты как? Понял. Так, что нам... Опять я не сдох, отлично. За мной, на руку. А это безопасно? Нет, мы тут втроём, дебил, стоим на руку. Так, какова наша цель? Он. Нет, что нам надо делать, Дебик? Идите. Есть земляная память, надо что-то найти. Бебра. Мне нравится, что у нас есть человек, который жертвует собой. А, щит, here you go again. Я больше тут... Я больше не выйду! Давай, иди прямо, где ты на ютубе снимаешь, давай. А, я снимаю? Ты не снимаешь, да? Ура, себе сиди мне. Бебра. Ёб твою мать! Какая жуткая фигня. Кто создал этот режим? 5 minutes later. В угол! Извиняюсь, реакция. Бебра. Все, пошли. Ага. Да-да-да. Ты мне не веришь? Ну и не верь. Кто тебя заставляет? А Стик пусть идет нафиг. Юрджуси вообще всего боится. Нет. Да. Могу профануть.
Только не говорите, что это снова тот черный коридор. Пати, да, Пати, я думал, где Герман, где Мат, где мне поносят? Мы Пати, так... Это уж... Там ж... Ребят, пока. Да Стик, а ты куда убегаешь? Почему меня все бросают? Ёпта мать, всё, бежим. С чем-то фонарик-то кинул. Ебик. Ёп твою! Хоть что-то светлое. Давайте Майнкрафт запускаем. О, игровой компьютер, мне такой надо. Это чё я запустил, прикольно. Давай, почитай, ты гений. Наш старый проект Трек Сити как-то был активирован временно. Мы хотели ставить его включенным, но потом мы решили. Прикольно, сейчас пойдемте. Врубил быстро. Слушай, тут какие-то это записи разработаны. Ну опять длинные коридоры, ну серьезно. Вот 100% здесь появятся какие-то... Да, это 100%! Ты смотрел «Сияние» Стивена Кинга? Нет. Больше двери, здесь уже их меньше. У кого? Менструальная кровь. Заметь, сейчас вот дверей мало, а дальше вообще не будет. А значит, давай, по твоей логике, одна должна открыться. Я все выполнил... Значит, все верно, я правильно выполняю ачивку. Ты чё, лижешь? Невкусно это. Сразу всё меньше дверей. Это может быть, в принципе, наоборот, но больше. Пока. Расизм так плохо. Ачивка, выполняйся. Да иди к тому негру. Да ты пить, я постучал в дверь. Я реально постучал в дверь. Она как звук издала. Я уже близко. Кинула араба. Не страшно, я даже не закричал. Может, ты микрофон просто выключишь? Нет. Ага, на вкус и цвет. Ненавижу такие длинные коридоры. Пока, Стик! Сзади! Блин, ладно, поверю. Вот именно ничего. Не надо, что ты мигает. Это ачивка. Нет, это не ачивка. Почему-то пятый левел был самым мизочным. Let's go. Ачивка в третьей мере получена. Вот, я просто пробовал. Давай, пруфани. Пруфы.